Заставьте шар коснуться правой стены. За две фигуры попробуем нашей толкалкой. Я понял! Смотри! Он подпрыгивает. Нужно, чтобы он достаточно хорошо подпрыгнул. Вся эта конструкция, она очень хорошо прыгает. Нужно, чтобы шарик еще влево улетел немножко. Давай, 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 давай! Нет, я запорол себе. Решение пришло неожиданно. Оп. И разгон. Вот сейчас точно успеем. Да. Но внезапно решение придумалось. Заставьте шар коснуться потолка. Здесь должна быть катапульта, ребят. Вот здесь вот рычаг. Да ладно, за одну фигуру можно это решить? Давай. Yeah!